За 55 рублей коврики многофункциональные. Вот кухонные 45 на 29, и здесь две штучки. Вот можно и как сеты под тарелку использовать, можно и как в холодильник, как такие подстилочки на полке. В общем, кто подо что использует. Можно использовать и под миски для домашних животных. Вот они, смотрите, какие разноцветные. Есть и светлые совсем, а есть и цветные. Какая-нибудь тряпочная? Новинки, салатники по 99 рублей. Вот они с таким орнаментом. Широкие и не очень глубокие, но зато хоть ровные. Здесь написано пиала 780 миллилитров. Очень большие они. Вот. Есть, посмотрите, какие интересные вот орнаменты. Вот такая красота. Подносы тоже с новогодней тематикой. Прямоугольные, в принципе, большие. И вот такие досочки. Доска разделочная, деревянная, российское производство. Но цены нет. И, кстати, здесь эти доски, вот они с рецептами. Здесь рецепт пунша, грога. Вот еще какой-то рецепт. И просто новогодние. Малышки соусницы по 25 рублей. Уже вот последняя осталась. 7 сантиметров соусница. Вот больше нет даже. Меня тут все толкают. В общем, по 99 рублей салатник. Это как селедочница. Вот овальная форма. Возможно, кому-то нужно там или для салата селедка под шубу, или просто для рыбы на новогодний стол. Вот такие есть. Есть и рыбки по 99, но они уже были. Вот прозрачные. Тоже для какой-нибудь рыбной нарезки. Каких-нибудь рыбных рулетиков. Но вот эти соусницы, конечно, возьму, наверное, последняя осталась. Меня тут ждала. Пиалы по 50 рублей, очень стильные. Вот они такие, но они маленькие. Значит, сейчас посмотрим, какой у них объем. Объем у них 370 миллилитров. Они высокие, но они узенькие. Вот, как будто бы чашка без ручки. Мне кажется, что должен быть еще и другой цвет, но пока что здесь только такие темно-коричневые, и они матовые. Видите, они не блестящие, такие очень необычные, интересные. Банки для сыпучих продуктов, но только ценник не для них, ценник для мойки-сушилки. Банки, наверное, тоже, да, по 99 рублей они. Объем 1,2 литра от Kitchen. Пластиковая крышка и вот такое толстое стекло. Пока что только с черными крышками. Салфетки. Вот салфетка кухонная. 45 на 30. Вот как сет под тарелку. И смотрите, какие они интересные, новогодние. С обратной стороны вот. Бульонницы с ручками 600 миллилитров по 77 рублей. Вот они такие. Внутри, правда, черные. Но я не люблю черную посуду. И особенно, если внутри черное все. Смотрите, отколото. Видите, краешек. 600 миллилитров. Это от Kitchen. И написано фаянс. Вот оранжевые, есть бежевые. И вот такие. По 99 рублей. Тоже внутри темно-синие, темно-коричневые. Такие бульонницы. Есть еще и по 77. Бульонницы лайфстайл, внутри цветные, цвет в ассортименте голубой, фиолетовый, такие яркие, но на любителя. И пиалы светленькие, вот, например, ваниль, карамель, бонжур. В общем, выбор большой. Приходите и выбирайте, что вам по душе. Суповые тарелки по 50 рублей, 17,7 в диаметре. Тоже вот на новогоднюю тему. Это или рождественская звезда, или астролист. В общем, что-то здесь изображено такое. И глубокое. Чашки, но опять же ценник к чашке с трубочкой, это вот эти, наверное,
чашки с трубочкой по 77, а здесь чашки в горошек. Вот они какие выпуклые горошки. Цены нет, 420 миллилитров, зеленые, красные. Вот какая красота, смотрите. И сиреневые. Так, вот они какие. Большие чашки, очень такие вместительные. И вот они какие нежные-нежные. Смотрите. Вот эти уже погрубее. Очень толстая какая-то керамика. Они поменьше объемом и более грубо сделаны. Вот еще серые, розовые. И вот такой то ли зеленовато, то ли голубовато-серый цвет. Маленькие соусницы, совсем малышки. Давайте посмотрим. 9 сантиметров. Вот они, 9 сантиметров соусницы. И сделаны вот из такого опалого стекла, что ли оно называется. Вот по сравнению с этими формами. Видите, какие маленькие. И белоснежные. Детская посуда. Краска с наружной стороны. И вот такая Человек-паук. Вот такой дизайн. Цены не вижу. По 55 рублей. Они небольшие. Вот с ладонь. Фанера. Написано картон, дерево. Но зато дизайн вот разный совсем. Где там еще? Значит, формы силиконовые. И вот такие еще украшения. В этом году еще не видела таких. Тоже ангелочки, но уже из полимерной глины, по-моему, да. Да, полимерная глина. Вот такие. Они не колокольчики, просто ангелочки и все. На веревочках красных. Давайте посмотрим, что здесь еще. Магниты на Новый год. Стирай скорее. Я к деньгам. Так, какие интересные штуки. Значит, а это пожелание. Магнит новогодний. Просто написано в ассортименте. И непонятно даже, сколько стоит. Счастье. Так, узнай, что тебя ждет. Вот такой спрей-краска золотая-серебряная еще есть в наличии по 99. Снег по 77 в этом году. И при том он не только белый, но и розовый, зеленый и голубой. Расфасовка такая же. Нет, больше 250 миллилитров. А краска 160, по-моему, была. Да, 160. Опушки появились 30-сантиметровые, 55 рублей. Снег. Первый снег за 77 увеличивается в объеме. Всякие гирлянды, звезды, все это еще есть. Наклейки новогодние объемные 77. Кстати, очень хорошего качества. Смотрите, прям Дед Мороз, как будто бы в меховой одежде настоящий. Лучше, чем вот такие бумажные. Размер 41/24. Чудесная елочка. Выращивание кристаллов. Мы с вами кристаллы уже выращивали. Но то был другой совсем набор. Значит, здесь 10 плюс. Волшебство за один день. Волшебное дерево за один день. Набор для творчества. Стоимости тут не видно. Вот такая елочка. Должна получиться. Смотрите, какая интересная гирлянда появилась. Новиночка за 99 рублей. 1,80 м в виде вот таких шаров. И фиолетовый, и коричневый. Но вы все сами видите. Прозрачный шнур, и она работает на батарейках.